Помните, я показывала вам цветущие деревья? А вот это то, ради чего они цвели. Моих знаний в ботанике не хватает, чтобы понять, вишня это или слива. Несмотря на то, что каждый год я собираю эти плоды. По-моему, все-таки слива. На вкус тоже не удалось определить. Что-то ужасно кислое, ужасно горькое. Но через пару месяцев можно будет попробовать уже созревшие плоды. Скорее всего, лучше.